Сын. Кто? Мы сюда в дом к маме. Стас! Не надо! Куда ты с ружьем? Там люди! Знакомьтесь, это Максим Борисенко. Присаживайтесь. Спасибо. Сиди. Максим обратился к нам за помощью. С недавнего времени его двор атакуют вороны. И в чем у мистика? Ну, понимаете, дело в том, что 2 месяца назад такое же скопление птиц наблюдал на своем участке мой друг Стас. А потом ворон напал на него и выклевал ему глаза. Причем Стас утверждает, что вороном руководил призрак. Господи, какие же. Да, Стас ослеп. Он думает, что это проклятие шамана. И что следующий на очереди я. Максим рассказал, что со Стасом, своим другом, со студенческих времен они увлекались туризмом и часто ходили в походы. Особенно их привлекали заброшенные села. 7 лет назад в одном из походов они наткнулись на такое село. Внимание молодых людей привлек небольшой дом на околице. Ничего себе! Смотри, это что? Черт его знает, на оберег похоже. Может, ведьма какая-то жила? Да ладно тебе, ведьма. Скажи еще Баба-Яга. Может, зайдем? Зайдем, конечно. Если она монетки на деревяшку насыпет, то, может, в доме целый сундук этого добра. Сейчас посмотрим. То есть, по сути, вы занимались не туризмом, а мародерством. Да ну, Господь с вами, какое мародерство? Это же брошенные деревни. Люди уехали, оставили хлам. А навещу вам той хлам? Ну, раньше хлам, а теперь антиквариат. Его продать можно. Слушайте, мы студентами были. Нам нужны были деньги на учебу, на жилье. Ну и потом это было очень интересно, мертвой деревне обследовать. Тот дом нам очень необычным показался. Внутри не было обычного для брошенных домов запаха сырости и затхлости. Среди традиционных для этой местности предметов быта ребята заметили бубен, похожий на шаманский. Но откуда ему взяться в украинском селе? Да, бедненько тут жили. Ничего не скажешь. Да, ну вон, часики есть старые. Можем взять. Но больше всего внимание Максима привлекла дверь, скрытая за ковром. Ты что дерганый такой? Часы бери и дай ножик, пожалуйста. Явно тут что-то есть. Значит, дверку бы закрывать. Максим был так занят, что не заметил странную тень за окном.
Но Стаса это насторожило. Он предложил покинуть дом. Чё ты как баба? Перегрелся, что ли? Да сам ты баба. Ходит кто-то. Ходит. Неожиданно Стас начал задыхаться. Понимаете, у Стаса аллергический бронхит. У него, если какие-то цветы или пыли, сразу же начинает задыхаться. Все время носит с собой баллончик вот этот. А тут он его в палатке забыл. Я испугался за него тогда. Хотя, если честно, мне в том доме самому было не по себе. Реальное ощущение, как будто кто-то в спину смотрел. Пойдем-ка отсюда. Покидая дом, Максим заметил, что шаманский бубен исчез. Но думать об этом времени не было. А то вы думаете, что это будинок якогось шамана, який за вами слідкував? Ну, тогда мы еще не понимали, чей это дом. А вечером уже выпили, расхрабрились, вспомнили, что Стас там ножик забыл. Ну и началось это. Или мы не пацаны, или Днепр не река. Пошли еще раз домик обследовать. Подходя к дому, молодые люди поняли, там кто-то есть. В одном из окон мерцал свет. Были слышны странные звуки. Максим и Стас заглянули в окно. То, что они там увидели, повергло их в шок. Присмотревшись, ребята поняли, что это какой-то обряд исцеления. Это что, шаман, что ли? Походу, да. Ничего себе. Вдруг рядом с домом послышалось карканье ворон, как будто птица о чем-то предупредила шамана. В этот же момент женщина, над которой проводился обряд в последний раз, дернулась и обмякла. Шаман посмотрел в окно. Мужик, ты чего? Мы так просто зашли посмотреть. Ты чего? Спокойно. Как он оказался за их спинами, ребята так и не поняли. Мы ничего плохого не хотели, я клянусь. Вы разорвали круг. Вы выпустили душу. И тут молодые люди вспомнили, что, открывая калитку, они сорвали странную ленту. Максим и Стас, не сговариваясь, бросились бежать. Шаман остался на месте, произнося проклятие. Минцубы. Убегая, ребята услышали его угрозу, что жить им осталось всего несколько лет. 7 лет вам жить. Мы думаем, что та женщина, которую лечил шаман, когда мы пришли, умерла из-за того, что мы нарушили ритуал. Ну и, видимо, шаман нас проклял, мол, через 7 лет умрете. И вот 7 лет прошло. Це збіг. В цьому році дуже багато ворон. І вони просто нападали на людей, захищаючи свої гнізда. Денис. Максим, скажите, а видение, какова может быть природа их происхождения? Ну, это я у вас бы хотел узнать. Ви знаєте, птахи є переносниками багатьох захворювань, які б могли викликати галюцинації. Ви сказали, птахи деякий час прилітали на подвір'я вашого приятеля, а потім почали на нього нападати. Да. Я б хотіла обстежити вас обох і тих, хто з вами проживає, а також взяти пілля птахів на аналіз. З нами проживають наші сім'ї, жони, діти, але вони зараз на морі, ми їх відправили на недільку. Подальше от этого всего. Хотя жена Стаса может вернуться раньше. Она его даже на меня оставлять не хочет. Так, давайте браться за расследование. Времени мало. Денис, ты поедешь вместе с Максимом. Нужно взять перья на анализ, осмотреть территорию и установить камеры наблюдения. Вы же не против? Да мы только за. Вы же поймите, мы не за себя волнуемся. У нас жены и дети. Ну, за работу. Денис отправился в дом к Максиму и Стасу. Во дворе мой помощник заметил следы визитов непрошенных пернатых. Повсюду на земле лежали черные перья. Закадычные друзья построили этот дом вместе и жили с семьями в его разных половинах. Денис взял несколько перьев, чтобы отдать в лабораторию Марине. Но главное, он хотел поговорить со Стасом о том, как тот ослеп
два месяца назад. Почти неделю вороны буквально сходили с ума. Они атаковали наш участок. Я и стрелял в них, и костер сжег, а этих тварей только больше становилось. А в этот день... Стас и его жена Катя пили чай в гостиной. Как вдруг послышалось воронье карканье. Сквозь крики птиц супруги услышали плач сына. Сынок! Что случилось? Укусили. Кто? Быстро в дом к маме. Стас! Не надо! Куда ты с ружьем? Там люди! Карканье ворон завело Стаса на безлюдный пустырь. В какой-то момент он понял, что давно уже не видит птиц, а только слышит их голоса. Вдруг он увидел девушку. Она вскинула руки, и крики птиц стихли. А потом Стас увидел то, что заставило его оцепенеть. И через секунду ворон бросился на него. Але ж примара з'явилася у вигляді дівчини. Чому ви думаєте, що це пов'язано з прокляттям шамана? Я багато читав о шаманах. Я знаю, що вони перевоплощаються в будь-яких животних, а у цього був ворон. А ще вони можуть викликати з того світу душу. І душу кого, на вашу думку, привів до вас шаман? Той дівчинки, яка вмерла у нього вдома із-за нас. Коли ми... нарушили его, ну, ритуал. Да. И еще шаманы могут наводить на людей разные видения. Ага. Мы еще 7 лет назад это ощутили на своей шкуре, когда очутились в этой деревне. В ту ночь после встречи с шаманом Стас и Максим почти не спали. А на рассвете собрали вещи и пошли по маршруту. Местность была им хорошо знакома. Но всю дорогу молодые люди сбивались с пути. Обоих мучили видения. Макс, давай потом отдохнем. 3 километра осталось. Давай, пошли. Стас! Ну что ты застрял там? Пойдем! Максим Борисенко утверждает, что ему угрожают птицы. Именно они ослепили его друга Стаса. Друзья уверены, что это месть шамана, в дом которого они случайно попали 7 лет назад, прервав обряд исцеления. И за это шаман их проклял. Так что же это? Проклятие или проделки реального человека? И кто виновен во всем происходящем? По дороге из заброшенного села Максима и Стаса мучили видения. 3 километра осталось. Давай, пошли. Стас! Ну что ты застрял там? Пойдем! По мнению Стаса, именно шаман вернул ему нож, который он забыл в доме. Для себя тогда все логично объяснил. Стас
забрал нож из дома шамана и забыл об этом. А по дороге он у него из кармана выпал, и Стас его заметил. Я всю эту историю с птицами и с нападением на Стаса поначалу экологии объяснял. Пока сам с этим не столкнулся. Максим рассказал, что неделю назад вороны, которые до этого мучили Стаса, прилетели к нему. Сначала птицы просто кружили над домом. Потом стали громко кричать. Слышишь? Да, вороны. Да пойти их шугануть, чтобы Данилку не разбудили. Давай. Но ворон на улице не оказалось, а крик стих. В тот вечер супруги спокойно смотрели телевизор и заснули в гостиной. И Максиму приснился странный сон. Он оказался посреди пустыни и увидел приближение того самого шамана. Не забыл меня, а девушку, чью душу погубил, помнишь? 7 лет прошло, твой черед настал, ты следующий. Отдавай. Что? А что не жалко? Хочешь глаза, хочешь ум, а хочешь душу. Ты же знаешь, далеко не убежишь. Максим проснулся в холодном поту. Ему казалось, что шаман здесь, в доме. А в голове звучала его страшная угроза. Хочешь глаза, хочешь ум, а хочешь душу. Хочешь глаза, хочешь ум, а хочешь душу. Денис, я не знаю, что это, проклятие или игра фантазии. Но мы просто хотим, чтобы нашим семьям ничего не угрожало. Так все будет добре. Ми і не такі історії розв'язували. Послушайте, нам больше некому обращаться. Пожалуйста, мы очень надеемся на вас. Итак, у нас есть ворон, его жертва и призрак. Почему нападают птицы? Защищают гнезда? Больны? Или, возможно, есть иная причина, о которой стоит расспросить специалиста. Призрак. В то, что шаман может наслать видение, я не верю. Хотя один мой знакомый историк говорил, что есть некоторые шаманские фокусы, которым до сих пор нет научного объяснения. Но я думаю, что образ призрака могло сформировать подсознание Стаса. Увидев ворон, он вспомнил встречу с шаманом, которая так напугала его 7 лет назад. А ночные кошмары Максима появились после того, что произошло с его другом. Возможно, призрак и вовсе галлюцинация, вызванная каким-нибудь заболеванием. Что, уже готовы результаты анализа? Ты же сказал, час обмаль. Я старалась. Так, обоє чоловіків чисті. Не п'ють, не вживають наркотиків, на захворювання, які б викликали галюцинації, не страждають. Зокрема, на захворювання, що переносять птахи. Ну, я слышал, є болезни, які довго часу не можна виявити. Так, але цікаво інше. Птахи, принаймні ті, які лишили пір'я на дворі, здорові. Але цілком виключати ймовірність зараження ми не можемо. Значит, нужно пообщаться с орнитологом по поводу болезней, которые переносят вороны, и по поводу их агрессивности. В тот же день Денис встретился с нашим старым знакомым, ученым-орнитологом. Ярослав Куц, доктор наук, орнитолог, член-корреспондент Нью-Йоркской академии наук. Стаж роботи 20 лет. Скажіть, а чи можуть птахи передавати людині хворобу, яку важко діагностувати? Ні. Збудниками хвороб, що передаються від тварини до людей, є найпростіше. Це гриби, бактерії, хламідії, віруси. Сучасні методи їх легко діагностують. Угу. А чи можуть птахи, захищаючи свої гнізда, нападати на людей?
Ну, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Як правило, страждають діти і домашні тварини. Розумієте, ворон підбирає жертву близько до себе за розміром. До речі, в нього дуже гарна пам'ять на обличчя. Якщо, наприклад, ну, хлопчик розворошить його гніздо, то й запам'ятає, дочекається, поки він буде йти без батьків і нападе. Тобто вони на дорослих не нападають? Дуже-дуже рідко. А 2 місяці тому ворон напав на чоловіка? Ну, домашній ворон навіть може напасти на членів родини, особливо під час пубертатного періоду. Марина дослідила пір'я птаха, який напав на людину, і це дикий ворон. Я хотів би зайнятися випадком, про який мені розповів Денис. Це дуже-дуже цікаво. Я вперше в житті чую, щоб дикий ворон напав на дорослу людину. Ворон дуже розумний птах, і коли домашній ворон дзьобує когось з своїх хазяїв, то він розуміє, що йому це нічим не загрожує, що його ніхто не образить. І він просто виридує, хоче показати, хто в домі хазяїн. Ну, а в житті на незнайому людину ворон ніколи не нападе, тому що він не знає, чим це для нього закінчиться. А я тим временем встретился с этнографом. Он написал несколько работ по шаманизму. Много путешествовал по Сибири, Алтаю, Корее, изучая это древнее верование. Моя специализация. Марк Крупнов, доктор исторических наук, этнограф. Специализация – языческие верования. А если шаман сказал, что ты умрешь через 7 лет, это можно считать проклятием? Можно. Обычно шаманы всегда назначают дату исполнения проклятия. Сам при этом он создает некий такой призрак, который ходит за жертвой, пугает ее. В то же время сам шаман обращается своего двойника из животного мира Иякыла. Ну, кто-то становится сахатым, кто-то вороном, кто-то медведем. И двойник с призраком, как правило, ходит рядом. Подождите, но это же невозможно. Поверили. Да, конечно, невозможно. А на самом деле проклятие – это своего рода кодирование. Вот смотрите, шаман сообщает жертве некий код, когда и что с ней произойдет. При этом он использует ритмико-вибрационные технологии гипноза и аромамасла, ну и прочее. То есть это своего рода программирование на смерть или болезнь через определенное время? Вот именно. Жертва живет в страхе ожидания мести шамана. Бывали случаи, когда человек умирал точно в назначенное час и время, указанное шаманом. Аж страх ожидания смерти вызывает негативные последствия в организме, и у человека начинается там аритмия, спазмы, повышается давление, гормональные сбои. Результат один – смерть. Скажите, а вот это так называемое проклятие как-то можно снять? Ну, при помощи гипноза, например? Проблематично. Нужно точно знать, какие именно техники кодирования использовал шаман. Постойте, а вас что, проклял шаман здесь, в Украине? Нет, нет, не меня. 2 мужчин 7 лет назад в Житомирской области. В Житомирской области? Услышав историю Максима и Стаса, ученый оживился. В течение разговора выяснилось, что историк знает этого шамана лично. Более того, месяц назад он с ним общался. Я знаю этого шамана, его зовут Аяла. Кстати, это единственный шаман в Украине, ну, во всяком случае. Другие пока неизвестны. Это очень опытный шаман, потомственный. Он мне сильно помог в написании книги. Так что, если ваши коллеги захотят с ним встретиться, я могу позвонить, предупредить. В тот же день Денис выехал в село, где до сих пор жил тот шаман, которого 7 лет назад встретили Стас и Максим. Дом, на первый взгляд, выглядел нежилым. Денис зашел внутрь. Как он потом признался, почти сразу ощутил сильное и необъяснимое чувство тревоги. Денис осмотрел комнату. Шкуры на стенах, бубен, сухие травы. Вдруг, откуда ни возьмись, появился ворон. А затем мой помощник увидел шамана.
Тем временем события в доме Максима принимали пугающий оборот. Он позвонил мне под утро и сообщил, что увидел у себя во дворе призрак и птиц, которые ему угрожали. Мы можем своими глазами увидеть, что же произошло. Мне прислали видео с камер наблюдения. На видео мы не заметили ни призрака, ни нападающих птиц. О, Господи! Что с Максимом? Зато увидели, как Максим берет камень и бросает его в камеру наблюдения. Я попросил Марину срочно поехать домой к Максиму, осмотреть место происшествия и разобраться, что же случилось на самом деле. Собирай все, что тебе покажется подозрительным. Добре. Что там у Дениса? Он нашел шамана? Не знаю, не звонил пока. Там в селе связь плохая. Доберется до районного центра, перезвонит. Но внезапно Максим приехал сам. Он объяснил, что с ним произошло. В общем, жена позвонила вчера. Я вышел на улицу поговорить, там связь лучше. Ну и увидел это нечто. И на что это нечто было похоже? Я был без линз уже, поэтому смутно, но белое нечто. Ворон никаких повреждений вам не нанес? Нет, я увидел, что что-то черное ко мне летит, камень бросил. Камеру вот разбил. Тем временем Денис все еще был в заброшенном селе. О том, как прошла его встреча с шаманом, я узнал несколькими часами позже. Мне сказали, что вы приедете. Аял Сивцев. Аял был в отъезде. Лечил женщину в районном центре. В этих местах он был известным целителем. К тяжело больным шаман выезжал сам. Аял произвел на Дениса сильное впечатление. А разговор с ним очень многое объяснил. Я помню тех парней. Они мне в доме шастали. В другой комнате. Я там не живу. Видел, как они ничего взять не смогли. А чому це вони не змогли? Я масло спеціально жгу, отварю. Тебе дам. В дом, машину. Але що тут трапилося тоді вночі? Хлопці прийшли, завадили якомусь обряду і через це померла жінка? Как умерла? Нет. Она беременна была. Я круг завязывал, чтобы душу ребенка не отпустить. Ей выкидыш угрожал. Она ко мне обратилась. Но поздно уже было. Не смог я ей помочь. Тоді за що ви їх прокляли? Какой там просто напугал их. Щоб не шастали, не смотрели. Другим не рассказывали, где меня искать. По дорозі додому хлопців мучили галюцинації. Скажіть чесно, ви приходили до них у табір і додали щось до їжі, води? Добавив чай, травку безобідну. Так вже і не шкідливо. Ну, якщо з алкоголем не мішати, безобідно. Ну, а якщо з алкоголем, то можуть і черти показатися їм. Тоді навіщо ви все це робили? Вони ж могли загинути в болотах. Нічого б з ними не зробилось. Я рядом ходив. Мне эта троица сразу не понравилась. По дворам шастали, вещи тянули. Шаман был уверен, в село приходило трое парней. Он четко описал внешность каждого. Стаса, Максима и еще одного молодого человека. Невысокого, темноволосого. Кто это? И почему Максим и Стас скрыли от нас, что были в походе втроем? Нам предстояло это выяснить. Я местных очень хорошо вижу, кто на что способен. Я сам почти местный. Мне 15 было, когда родители с Алтая переехали сюда. Мама у меня ивенкийка, папа украинец, тогда на севере работал. Маму встретил. В 25 лет я заболел очень сильно, чуть не умер. 7 дней лежал. Мать сказала, что дар шамана во мне проснулся. Я потом сам понял, сила ко мне пришла. Отказываться нельзя, беда будет. Вот и с тех пор лечу людей. Похоже, мы наконец-то сдвинулись с мертвой точки. Мы узнали, что в заброшенном селе с Максимом и Стасом был кто-то еще. Кто? Почему молодые люди не сказали нам о нем? Возможно, ему известно что-то о Максиме и Стасе,
что-то, что они тщательно скрывают. А может, этот человек сам им за что-то мстит? Надо срочно узнать, кто это. Марина провела анализ всех находок, сделанных на месте появления призрака. На перьях птицы и возле куста, где стоял призрак, она обнаружила воск. Этот материал нам уже встречался на перьях, собранных во дворе Стаса. И это один и тот же воск. А стало быть, отношение к его появлению имеет один и тот же персонаж. Но кто он? Я чувствую, разгадка очень близко. Чтобы выяснить, с кем дружили Максим и Стас, Денис договорился о встрече с их однокурсницей. Так, хлопці ходили в походи. І правда, не завжди вдвох. Інколи вони брали з собою Рому Першина. Це мій колишній хлопець. Взагалі, ми після третього курсу зустрічалися парами. Маша, Максим, Стас, Катя, ну і я з Ромою. Але після одного походу все розвалилося. А після якого, не пам'ятаєте? Звісно, пам'ятаю. 2008 рік. Липень. Лера розказала, що для Романа це був останній поход з Максимом і Стасом. Они поссорились и не общаются по сей день. После того походу Рома тяжко захворів. Він від укусу кліща підхопив хворобу Лайма. Діагностували запізно, медицина безсила. Ну, по суті, він повільно вмирає. Він не ходить, суглоби втрачають рухливість, проблеми з серцем. Ну, загалом Рома дуже хвора людина. Сразу же после встречи с Лерой Денис поехал к Максиму и Стасу. Как же объяснят друзья то, что умолчали о Романе, который был с ними в том злосчастном походе? Только не кажите, будь ласка, что вы забыли, сколько вас там было, двое или трое. Майте мужність сказать, чому вы нам не розповіли про Романа. Вы хотели, чтобы вас врятували от шамана, а его ні? Да мы о нем даже вспоминать не хотим. Он себя вел как последний гопник тогда. Если б я не знал, что он и не жилец уже почти, я бы его первого подозревал бы во всех этих приколах с воронами и призраками. То, что он вычудил в конце похода, последний день до окончания маршрута, это было вообще последнее наше с ним общение. По словам Максима и Стаса, в их компании существовало жесткое правило. Во время похода ни капли спиртного. Это правило появилось в первую очередь из-за Романа, который не раз, будучи пьяным, втягивал друзей в неприятности. К шаману в тот вечер Роман с друзьями не пошел. Он остался охранять лагерь. А вернувшись, парни застали его пьяным. Это здорово их разозлило. Тем более, что Роман и раньше не раз нарушал запрет. На утро, когда надо было собирать палатки и возвращаться домой, Роман категорически отказался идти. Это и стало последней каплей. Романыч, шматьё свою с палатки выгружай. Слышишь? Собирайся давай. Ты что, сбожеволил ещё? Я сейчас спать буду. Лезай давай. Тихо, успокоились оба! Черт с ним, пусть остается. Только я его ждать не буду. С палатки выметайся. Та мені твій намет до одного місця. Валіть давайте звідси. Правильно, блін, достали. Максим и Стас оставили друга на поляне. Забрали палатки и выдвинулись в путь. Идти оставалось меньше 20 километров. Поэтому за Романа друзья не волновались. Однако он вернулся из того похода только через 2 дня. Что с ним случилось в лесу, Стас и Максим не знают до сих пор. Итак, Роман вполне может быть виновным в происходящем. Несмотря на инвалидность парня, мы его со счетов не сбрасываем. Что мешало Роману инсценировать видение при помощи верной подруги Леры? Но как он управлял воронами? В этой истории еще достаточно белых пятен. Мы решили проследить за Романом, и в первый же день слежка дала результаты. И
так Роман, которого все считают инвалидом, может ходить. Доброго дня, Лерочка. Как только Роман увидел моего помощника, он тут же снова сел в инвалидное кресло. Но Денис решил вивести його на чисту воду. А я бачу, що вашому приятелеві, який декілька років не ходив, набагато краще. І я дуже радий цьому. А не розкриєте цей рецепт, як ви це робите? Романе Дмитровичу, а ви не боїтеся, що я заявлю в комісію із призначення інвалідності? Ви ж інвалід? Скажу, що сталося диво, ви знову ходите. Я думаю, вони дуже зрадіють цьому. Що ви хочете? Я хочу, щоб ви правду розказали. Про ворон, про привида, про те, що прикидаєтеся інвалідом, щоб вас ніхто не запідозрив. Я прикидаюсь, бо хочу виїхати до Німеччини. Хочу, щоб мені оплатили лікування, бо в мене немає грошей. А я хочу жити! В нашій державі хвороба Лайма не входить до переліку хвороб, лікування яких держава фінансує, розумієте? Рома просто хоче отримати гроші. Він тому і вдає, що хворіє на іншу хворобу. Я вас благаю, будь ласка, не кажіть нікому, що він може ходити. Не треба нікого благати. Якщо ви хочете почути, що я думаю про привидів та ворон, що нападають на хлопців, я вам розкажу, хто на них полює. В том походе на одной из стоянок молодые люди оставили лагерь без присмотра и ушли за хворостом. А когда вернулись, увидели, как из их палатки выбегают двое – парень и девушка. В руках у них были блок редких на то время сигарет и кошелек с общими деньгами. Палыч, отпусти мою сестру, а то я с ночи спалю! Друзья бросились вдогонку. Они долго бежали за подростками по лесу, но так и не смогли их поймать. Эта история имела трагическое завершение. Но об этом знал только Роман. Якщо б ці герої непитущі не покинули б мене тоді одного в лісі, я б ніколи не дізнався закінчення цієї історії. В одиночестве Роман шел по лесу и проходил мимо болота. Внезапно он увидел ту самую девушку, которая украла у них деньги. Но девушка была мертва. Она увязла в болоте. Скорее всего, это случилось во время погони. Видимо, ее засосала трясина, а парень не смог ее спасти. Загнав подростков в болото, Максим и Стас обрекли девушку на гибель. Я впевнений, душа цієї дівчини мстить Максу та Стасу за свою смерть. А мене вона не чіпає, тому що я не погнав малих у болото. Вона це бачила. Я чув крик тих ворон біля болота, бачив дівчину. Це було жахливо. Я думаю, що вона помирала в страшних муках. Узнав эти шокирующие факты, я с Денисом немедленно выехал в село. Подняв милицейскую хронику, мы быстро установили личность погибшей в болоте девушки и парня, который был с ней. Ими оказались брат и сестра Дмитрий и София Ломака, воспитанники интерната для умственно отсталых. Дети из неблагополучной семьи часто промышляли воровством. Сюда круглый год ездили туристы, и у них было чем разжиться. Дом, в котором проживал брат погибшей девушки, стоял на самом краю села. После смерти своей единственной родственницы, прабабки, вот уже 5 лет Дима жил один. А парни-соседи отзывались как о странном и нелюдимом. Он редко выходил из дома и никого не пускал к себе. На свой страх и риск мы решили обследовать территорию возле дома. Вокруг валялись перья ворон. А то, что мы увидели в сарае, повергло нас в шок. Максим Борисенко утверждает, что ему угрожают птицы. Его другу Стасу явился призрак и наслал на него ворона, который его ослепил. Максим и Стас были уверены, что все это месть шамана. Но их бывший друг Роман утверждает, ребята виновны в смерти девушки-подростка, которая обокрала их 7 лет назад. Девушка погибла в болотах. Но кто на самом деле мстит парням?
що це? Максим, Стас и Роман. Вдруг мы заметили, что в сарае, кроме нас, есть еще кто-то. Это был Дмитрий. Он попытался бежать, но Денис его остановил. Парень понял, что сопротивляться бесполезно. После смерти сестры Дима еще несколько лет прожил в интернате, после чего вернулся в дом своей бабушки, где и тренировал воронов нападать на конкретных людей – Стаса, Максима и Романа. Дима учил ворон выклевывать своим жертвам глаза, и птицы успели напасть на Стаса. Мальчик загнал его на пустырь, где все и произошло. Чтобы напугать своих жертв, Дмитрий переодевался в призрака. Для этого он сделал костюм сестры с двумя лицами – живым со спины и мертвым спереди. Чтобы до ужаса шокировать Стаса, понадобилось всего лишь к нему повернуться. У Димы очень сложная стадия шизофрении, и он сам так представлял сестру. И надеялся, что Стас, Максим и Роман, до которого он, к счастью, не успел добраться, вспомнят ту девушку на болоте и поймут, что это месть за ее смерть. А як же купа ворон, яких бачили Максим і Стас? Денис, это все просто. Дима разбрасывал вокруг их дворов рыбу и тухлое мясо. И вороны со всей округи сами туда слетались. Я не розумію про крики птахів на подвір'ї у Максима і на пустирі. Це ж, що ж виходить, що чужі птахи за командою Дмитра кричали? Нет, это просто аудиозапись, запущенная с мощного, но компактного усилителя. Чудеса техники. Але ж Дмитро розумово відсталий. Денис, не путай. Дима шизофреник. Он не умственно отсталый. Сейчас его обследуют врачи. У Димы оказываются уникальные умственные способности. Но, к сожалению, искалеченная психика. Его посадят, Андрей? Ты знаешь, вот этот же вопрос мне задал Максим. Но только без тени сожаления на лице. Он сделал вид, что он не помнит тех подростков, которых они загнали на болото из-за мелкой кражи. Да никуда они не денутся, там болото! Ну че стали? Стоять! А Стас? А Стас, наоборот, хочет взять над мальчиком шефство. Дима сейчас проходит принудительное лечение, и Стас ищет для него хороших врачей. Он даже отказался писать заявление в милицию на Диму. Но тут уже ничего не поделаешь. Дело заведено по факту, так как телесные повреждения признаны тяжкими. Ну, дай Боже, у них обох все будет хорошо.